Всем привет. Всем привет. Девочки у меня уже почти оделись, собираются в школу. Егорка умылся. Егор, иди одевайся. Какой у вас сегодня праздник? Расскажите мне. Мы будем вступать. Снеж, и какой у тебя сегодня праздник? День рождения школы. А еще какой праздник? Ну, какой праздник-то? Мы будем выступать на сцене и второй день рождения школы. Посвящение вас в первоклассники будет. Ага. Ага, да. Мама, правда, не пойдет? Почему? Мама на работе будет. А Никита? Никита? Я даже не знаю, Никита придет вас встречать. Застегни. Сейчас застегну. Они у меня еще лохматые, да? Скажите всем доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Сейчас давайте вас причесывать. Такая у нас картина с утра. У нас у Егора сегодня главная роль. Егор, кого играешь, Егор? Петю. Я над ним второй день шучу. Говорю, Егор, слова-то помнишь? У меня нет слов. В общем, он играет нерадивого ученика. Слов у него нет. Ему просто нужно красиво постоять на сцене. А это он умеет, да, Егорка? Да. Скажи, я красивый. И красиво на сцене постою. Вась, у тебя сколько там? Две строчки тебе дали, да? Или три? Сколько? Четыре. Четыре? А у тебя сколько строчек? Мама, строй. Мама, мне дали в пять строчек. Один стих и в две строчки другой стих. А, слова, значит. Которые мы говорим вместе. Понятно. Все. Ну, вот Василиса у меня сама учила. Я даже, если честно, не знаю, какие у нее слова. А я знаю, вот. Какие у нее слова. Да. А Снежок уже и с мамой, и с Мишей учила. И вот Вася с ней еще учила. В общем, они друг у дружки все слова знают. Егорка тоже знает все слова, да, Егор, и у девочек? Он им подсказывает иногда. Память у него очень хорошая. Он когда в садике был, он стихи у нас учил. Хорошо рассказывал. Мама, да, мой сладкий? Знаешь? Помашите ручками. А Егор сегодня не здоровался, только Вася со Снежаной. Егор, поздоровайся. Скажи всем доброе утро. Ну? Давай тебя крупным планом. Пожелай всем доброго утра. Скажи доброе утро всем. Доброе утро всем. Да. Он стесняется, когда к нему вот такое... индивидуальное внимание. Вот. А когда наоборот, нет внимания, и он обижается. В общем, надо искать золотую серединку. Что там папа вам уже несет? Еду вам несут.